Папа Кот уезжает в командировку. Поможем ему собрать вещи. Папа Кот очень занят. Помоги ему собрать вещи. Здесь мы все собрали. Идем в детскую комнату. Чтобы папа Кот не скучал в командировке, собери для него игрушки. Теперь папе Коту не будет скучно. Идем на кухню. В командировке пригодится посуда. Собери ее. Не то. В кухне все полезное собрали. Идем в зал. Стружками. В ящике билета нет. Может быть, он на кухне? Поищи билет в ящиках. И на кухне билета нет. Посмотри в зале. Где же может быть билет? Хорошо. Ура! Мы нашли билет. Оказывается, папа Кот уезжает только завтра. Теперь, когда папа Кот готов к поездке, он может не торопиться. Как хорошо, что можно побыть с папой.